У мышонка Ноя есть подружка кошка Муся. И любили они играть в догонялки. Гналась Муська за Ноем и задела рычаг у камина. И тут открылась потайная дверь у камина. Муська остановилась, подумала и зашла в открытую дверь. Дверь закрылась и осталась маленькая щелочка. И Муська увидела большую волшебную страну. Ее встречал зайчик Крош. «Привет, Муська! Давай с тобой дружить? Давай!» И тут появился Ной. Он пролез за Муской в щелку. И все трое отправились на праздник. Они славно повеселились на этом празднике.